Вот и подошло к своему концу трехдневное плавание по черно-белой глади, организованное Красногорским шахматным клубом «Горде» в рамках ежегодного турнира «Золотая ладья». Предыдущие дни были насыщенными. В первый день у нас матчевая встреча команд городов-побратимов. Команды состоят из представителей двух городов России и Германии. Этот матч уже состоялся, все победители и призеры награждены. Вчера у нас был семинар, в котором мы обменивались совместным опытом, как можно с помощью сказочных героев и фольклора обучать маленьких детей шахматами. Метод действенный. Дима Жабский в прошлом году стал лучшим шахматистом городского округа Красногорск в своей возрастной категории. И шахматы для него – это не скучная математика и даже не спорт, а целый героический эпос. Потому что они там могут перепрыгивать через разные фигуры. И там можно ставить шахи и отвлекать врагов. И, наконец, в финальный день открытый турнир среди всех желающих в 6 возрастных категориях. Играют и взрослые, и дети. Наравне с нашими соотечественниками 21 представитель шахматных клубов Германии. Инженер Гаррет Глот считает эту игру самой справедливой. Я люблю в шахматах то, что это игра, где не важна удача. Тут математические структуры, которые можно просчитать и найти оптимальный вариант. Гаррет, как и все участники турнира, провел за столом 9 партий. На каждую удается по 10 минут. Всего на «Золотой ладье» было разыграно 11 наград в 6 возрастных категориях. Самому старшему участнику 82 года, младшему 4. Победителей наградили дипломами и денежными призами.